Ну, первое, это, конечно, радость, да, от победы. В первую очередь, 3 очка – это было самое важное, наверное, сегодня, независимо от… Ну, при достаточно неплохой игре, на мой взгляд. Вот, поэтому все очень довольны. Ребятам огромное спасибо за их характер, за проявленные эмоции, скажем так, выдержку. Вот. Они заслужили эту победу, заслужили своим трудом, и им только большой-большой респект за эту игру. В этом сезоне вы в Тригде обыграли Бангу. В чем причина такого хорошего результата против них? Ну, не знаю, это может так, стечение обстоятельств, то есть то, что мы 3 раза обыграли. Просто мы знаем, что это такая бойцовская команда, хорошая команда, которая по праву выиграла кубок Литвы. И как бы, ну, мы сколько вот готовимся к этой команде, мы всегда понимаем, что она будет играть, скажем так, сердцем, да. То есть они, ребята, видно, что они играют до конца, играют до конца. Поэтому то, что мы там 3 раза обыграли, ну, это вот, опять же, это не умаляет достоинства наших ребят. То есть они подготовились очень серьезно, поэтому как-то так. И сейчас каждая игра как финал, чего ожидать после перерыва? Ну, сейчас отдохнем, немножко наберемся эмоций, потому что все равно как бы такой период сложный, да, и много нервов, много эмоций. Будет сейчас выходные, немножко отдохнем и будем готовиться, да, 4 финала впереди, поэтому расслабляться еще рано. И Дава Ракич, какие прогнозы на его здоровье? Ну, не знаю, надо медицина посмотрит, там вроде как ушиб просто, поэтому я думаю, к следующей игре будет готов.